И сегодня мы вспоминаем о нем. Что для этого нужно сделать? Ну, для начала давайте просто закроем глаза. Всегда загружена доверху. Что-то лежит поближе, что-то совсем далеко, под слоем пыли. Но есть там все. И то, о чем мы никогда не забываем. И то, что хотелось бы забыть. И даже то, что мы накрепко забыли. Ну, по крайней мере, нам так кажется. Но стоит только начать копаться в своей памяти, вспомнится все. Вопрос лишь в том, стоит ли выпускать на свет эти воспоминания. Имеем ли мы на это право? Мне трижды снится один и тот же сон, в который раз снится Андрюша, что он не умер. Никто не знает, где он живет. И будто Мария Владимировна не знает. И Минакер и Голубкина тоже не знает. И в театре никто не знает. И вот мы с Андрюшей втайне едем на концерт, и он говорит мне: а я как будто умер, но я живой. И я появляюсь только с тобой. И всякий день опять смешан, и станет взор опять, как прежде, нежен. Пустить не надо, ради пора разлуки, мы с тобой друг друга уйдем. И станет день опять свежим, и станет взор опять, как прежде, нежен. Пустить не надо, ради пора разлуки, мы с тобой друг друга уйдем. С тобой друг друга мы найдем, с тобой друг друга мы найдем. Можем ли мы, господа, на этой основе строить здоровое, цивилизованное общество в те поры, как мы пытаемся, во всяком случае, сбросить с себя оковы среднего, среднеспециального, порой высшего образования? Уже умело обходимся без книг, без так называемой художественной литературной поэзии. Уже многие из нас говорят на нормальном человеческом языке. Созвонимся, можем ли мы позволить этому безумцу вновь заразить нас так называемой культурой? Довольно, хватит! А? Вот ты, пьянская женщина, брось все, забудь обо всем на свете, встань с колен, иди водить троллейбус, будь мужчиной, в конце концов, никто не расходится! У меня в колесе бензин в кармане зажигал. А я вообще тексты не учу, я это, с текстами не дружу, я из другого театра, невербального театра, соседнего театра, недалеко, знаете, театр Литиней. И всякий раз приглашаю гостей в театр Литиней, я им говорю: вот мы только Петроградскую улицу, Вознесенского, а знаем, это прямо театр Мёмов. Да нет, чуть-чуть подальше, там на четвертом этаже, где, не знаю, да. И я всегда ревностно относился к этому театру и предвзято, потому что от метро по пути к нашему театру первая реклама на всю площадь театр имени Андрея Миронова. И меня несколько раз приглашали, я отказывался. Но волею судеб, произнеся однажды вот это: вы что, ссоритесь, что ли? Меня пригласили в этот театр. И после года, как мне игрался спектакль «Детектор лжи», произошло вот, я играл эту роль, которую любил Рудольф Давыдович. Спектакль «Детектор лжи». А мне часто снится папа. Как мы все собираемся в театре со всеми родственниками, друзьями. Приезжают Караченцев, Лановой, Гафт, Яковлев. Папа там ходит по театру, кричит, как всегда. И по
Потом он ведет всех в театральную гостиную. Я бегу и сажусь на кресло гостя. Папа смеется, и я просыпаюсь. Проснулась выросшая Лиза. В театре тот же антураж. И папины слышны репризы. Звучит его второй этаж. В гостиную стучатся гости, которых Рудик приглашал, где не перемывают кости, а их лелеют не дыша. Да, без него мы все скучаем, но свет гостиной не угас, и мы друзей своих встречаем, как Рудик принимал бы вас. Теперь мы сможем встречать гостей не только в театральной гостиной, но и в сквере. В нашем городе появился сквер имени Рудольфа Фурманова на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной. Теперь мы можем в теплые дни весной собираться, читать стихи, петь песни. Я надеюсь, что весной мы откроем городскую скульптуру, которая будет посвящена блокадному ребенку, мальчику, который мечтал о театре и пронес эту мечту через всю жизнь. Я улетел, чтобы сказать Георгию Александровичу, Владимиру Сергеевичу, Андрею Александровичу Миронову, что я сделал такой театр. Но я им сказал, я вам отдавал все свое сердце, всю свою душу. Вы меня слышите? Я так и сказал вам, на планете театр. Вы меня слышите? Я отдавал все сердце, дух, я без вас одинок. Я с вами останусь, я еще раз перелечу навсегда. А сейчас я что-то не надел. Дело не вернуться в свой театр. Я его никому не отдам. Планета театр, 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 планета театр. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Мы вспомнили Рудика Давыдовича в преддверии его дня рождения 22 октября 2022 года. Спасибо вам.